Ребята, помогите! Энни Райдер! Капитан, почему он? Вы можете простить его? Он не по своей вине стал демоном. Таким его сделали мы. Ему наконец-то выпал шанс освободиться. Мы хотели его вернуть. Пришло его время уйти на покой. Эрвин, я клялся убить звероподобного, но придется еще подождать. Он уже умер. Понятно. Новость о смерти Бертольда и Эрвина поразила Армина. Тем не менее, Эрен почти добрался до подвала своего отца. Далее. Подвал